Аномальные холода в Индии уже унесли жизни более 140 человек. На несколько штатов обрушились невиданные снегопады. Города обесточены, парализовано железнодорожное и авиасообщение. Местным властям с трудом удается доставлять топливо и продовольствие людям. Правительство Индии пока не в состоянии оперативно реагировать на такие погодные условия. Уборка снега производится с большим опозданием, его некуда свозить. Местные синоптики уже назвали эту зиму самой морозной за последние десятилетия.